8 мячей ворота УОР номер 2 у Дмитрия Киселева. Это треть голов университет Невы в этом матче. Он вышел на второе место в списке бомбардиров. Партнеры по команде, наверное, больше, наверное, акцентируют внимание на меня, как бы ситуации делают, наверное, под меня побольше. И поэтому, наверное, у меня получается больше таких бьющих ситуаций, да, где можно бросить, наверное, из-за этого. Рослый, неудержимый, по лидерским качествам напоминает наставника клуба Дмитрия Торгованова. Впрочем, наша легенда, олимпийский чемпион, и сам бы с радостью против него сыграл. Я лично, друзья? Ну, он бы 5 минут сыграл бы в лучшем случае. Во встрече с аутсайдером Дмитрию Торгованову пришлось напомнить игрокам, что недооценивать соперника нельзя, даже с учетом недостатка игровой практики. Об этом он и сказал на установке. Но как именно, мы не узнаем. Если бы вы слышали напутствие, это не для женских ушей. Университет Нева контролировал ход встречи все 60 минут. Попытки УОР номер 2 догнать соперника не увенчались успехом. Быстрые и ловкие игроки клуба словно попадали в тиски петербуржцев. Эффектными сейвами запомнился вратарь университета Невы Виталий Шиманский. Победа гостей. Уверенная. 26-22. Но Дмитрий Торгованов все же своей командой не слишком доволен. От своих ребят он хочет большего. Игра была равна, скажем так. Впереди у команды университет Лезгов-Тонева матч в гостях с чеховскими медведями.